Подмосковье прошла 5-я итоговая школа Союза всеобщих инициатив. Цель школы – подготовка молодых служителей к ответственному и компетентному служению в реабилитации. На протяжении 2 недель ребята получали знания по химической зависимости и созависимости, проходили практику психотерапии, но основной упор делался на духовную часть. Сегодня на итоговой школе «Свои» мне выпала в очередной раз возможность учить, преподавать на тему лидерства. Я верю, что будущее Божьего Царства и его распространение, оно за теми людьми, которые согласятся влиять на других людей. Сегодня, проходя основы лидерства, мы говорили о том, кто такой лидер, что такое лидерство, из чего оно начинается. Также мы говорили о 5 ступенях и развитии лидерства. Я верю, что будущее за теми людьми, которые согласятся взять на себя ответственность и инициативу в распространении Божьего Царства и воспитании новых учеников Иисуса Христа. Данные школы будут обучать еще многих людей, как правильно жить, как прожить полноценную, счастливую христианскую жизнь и как принести много плода в свою жизнь, в жизнь людей и в Царство Божие. Такие дисциплины, как личные отношения с Богом, пост и молитва, добрачные отношения, являются фундаментом для дальнейшего эффективного служения. После успешной сдачи экзаменов был выбран лучший студент, а также ребята получили сертификаты об окончании школы. Я благодарен сегодня этой школе, непосредственно всем преподавателям и ребятам, которые проходили со мной эту школу, которые сегодня доверили мне, которые проголосовали за меня и выбрали меня сегодня лучшим студентом. Я буду впредь стараться отображать образ христианина. Желаем каждому попасть на такую школу, потому что она называется итоговая школа, где ребята как раз закрепляют знания, которые получили, и получают новые. Поэтому до скорых встреч! Информационное бюро «Спектр», Подмосковье.